Друзья, привет всем! Меня зовут Александра Косячная, и я художник-иллюстратор. И сегодня я хочу вам показать кое-что интересное. Это такая коробочка для творческих людей от компании Doodle Sketch. И внутри нее находится настоящий сюрприз. Сюрприз это будет даже для меня, потому что я не знаю, какие именно художественные материалы здесь находятся. Мы с вами вместе ее откроем. Посмотрим, что там есть, и при помощи этих материалов нарисуем с вами что-нибудь интересное. Итак, давайте начнем. Это уже у самой не хватает терпения. Что же там такое? Она очень красиво упакована. Вот такие ленточки крафтовые, веревочки. Сама она тоже крафтовая. И что там внутри? Смотрите, здесь письмо, наверное, для творческих людей. Ура! Вы только что стали обладателем волшебной коробочки Doodle Sketchbox, которая содержит в себе все необходимое для вашего творчества и вдохновения. Будьте уверены в качестве каждого продукта. Все художественные материалы, которые мы выбираем для наших коробочек, производятся всемирно известными компаниями. Ну что, посмотрим? Снимаю красивую упаковочку. О, здесь настоящий сюрприз. Смотрите, что здесь. Здесь лежат маркеры Graphs. Они подобраны по оттенкам. Давайте посмотрим дальше, что лежит в коробочке. Это тоже маркеры. Маркеры Graphs, вот посмотрите, и маркеры Style File. Маркерами ни теми, ни этими я еще не рисовала, так что будет сегодня наш дебют вместе с вами. Смотрите, маркеры Graphs. А, насколько я знаю, это спиртовые маркеры. Да, по запаху точно спиртовые. С одного конца они оснащены кисточкой. Кисточка достаточно гибкая и упругая. Я, кстати, очень люблю маркеры с кисточками, потому что линия ими получается очень живая. А со второго конца тоненький наконечник. И здесь он прям совсем тоненький, как линер. Попробуем. Мне кажется, это очень интересно. И маркеры Style File. Так, давайте посмотрим. С одной стороны тоже кисточка. Маркер это тоже спиртовой. Видите, я нюхаю их именно для того, чтобы определить. И с другой стороны стандартный такой стержень, как у копиков. 5 мм шириной, который дает прямые линии. Но мы попробуем еще одну фишечку. Я вижу, что здесь он... так заточен, так сформирован, что можно тоже попробовать сделать разную линию. И оттенки здесь у нас, я бы больше назвала их телесными. Вот есть три таких, нежно-розовый, бежевый и такой желтоватый пастельный. И вот этот шикарный просто цвет, это коралловый. Обожаю его везде рисовать и в одежде. Так что, ребята, смотрите, у нас подобранная, готовая цветовая гамма, идеально подобрана по цветам, я считаю. Что у нас еще? Давайте смотреть дальше. Тут у нас вкусняшки для художников. Я так думаю, это для того, чтобы художники не устали в процессе рисования, не проголодались и могли бы подкрепиться. Что у нас тут еще? Здесь у нас еще одна, тоже считаю, полезная вещь. Это влажные салфетки с экстрактом ромашки. Я думаю, что они помогут нам в процессе рисования не пачкать ручки.
Вот это у нас блокнот специальный для маркеров Doodle Sketch. Блокнот этот запакован вот в такую пленочку пузырчатую, чтобы он не помялся, не повредился во время путешествия к вам. На самом деле это очень важно, потому что если у материала блокнотов или книг нет достаточной упаковки, вы знаете, когда это приходит, то бывает нутся края. Я, наверное, не буду вам распаковывать, потому что этот блокнот я уже знаю, я в нем рисовала, и у меня как раз он здесь есть на столе. Это вот такой вот блокнот 5 формата, он очень удобный своим форматом именно. И это облегченный материал, его можно брать всегда в дорогу. И смотрите, здесь вообще я использовала уже все материалы, практически маркеры в этом блокноте. Это и спиртовые маркеры, и акриловые маркеры, и акварельные. Вот это акварельные маркеры. Здесь акриловые маркеры. Вот такой вот был у нас рисунок. Хочу сказать, что мне блокнот этот очень нравится. В нем плотная бумага, это во-первых. Во-вторых, мне нравится, что бумага это белая. Не во всех маркерных блокнотах бумага белая. Иногда она бывает желтоватого или сероватого оттенка. Если вы рисуете для себя, то это, в принципе, хорошо, удобно. Но если вы вдруг делаете иллюстрации, которые будете потом обрабатывать и где-то публиковать в книгах, размещать, серая бумага не очень удобная. Этот фон вам придется счистить. Ну, если, единственное, если иллюстрация не дана в обрез, то придется чистить. Это очень сложно. Вот такие иллюстрации в нем получаются. То есть маркеры практически все по качеству мне нравятся. Очень, очень рекомендую. А здесь у нас еще что-то лежит. И здесь такое письмо сопроводительное. И здесь я смотрю, что написано, что это бумага для маркеров. 200 грамм на метр. Это должна быть достаточно плотная бумага. 24 листа пометочка. Давайте мы ее вскроем. Обожаю открывать всякие сюрпризы, коробочки. Посмотрим, что там за бумага. Это маркерная бумага в нарезке. Плотная белая и удобный А5 формат. Я думаю, что мы как раз сегодня на ней порисуем с вами. Ну что, коробочка вам понравилась? Мне понравилось очень, скажу честно. Я ожидала сюрприз, но не ожидала, что он будет таким приятным. Тем более для меня это тоже новинка, эти маркеры. И прекрасные цвета. Doodle Sketch постарались и подобрали очень симпатичные оттенки. Вам не нужно будет мучиться самим что-то делать. Проблема иногда у художника в том, что тяжело подобрать гамму рисунка. Ты должен выбрать из такого многообразия именно то, что тебе нравится. Нравится очень часто, ну, по крайней мере, мне очень много. И рисунки часто получаются немного пресыщены цветом и теряется цветовая гармония. И поэтому я вот в последнее время пришла к тому, что я тоже стараюсь ограничить цветовую гамму. Чем ограниченнее цветовая гамма, тем цельнее будет смотреться рисунок, и он уже будет у вас больше походить на готовую иллюстрацию, нежели на какой-то скетч. Вот, будем пробовать с вами.